Помог стандарт. Фиорентине. Так, мы видим, что расцарапали переносицу Стефану Савичу. Пока фиалки в меньшинстве. Аквилани на Джузеппе Росси. Росси бьют сзади по ногам. Желтая карточка незамедлительно появляется в руках Пауло Тальявенто. И Ринаудо крайне недоволен наказанием Тальявенто. Но обратите внимание на мучение Джузеппе Росси. Да, сзади по ногам. Да еще и, по-моему, началась заварушка. Ринаудо грозит всей Фиорентине жесточайшей расправой. И вот пытаются партнеры успокоить Ринаудо. Так, Джузеппе Росси, Росси. Di essere qui con la Fiorentina. Spero, ecco, di guarire il più presto possibile per tornare a giocare qui davanti al pubblico. E tutti noi sappiamo che la Fiorentina quest'anno sta facendo il miglior calcio d'Italia. La palla è per Quadrado, Quadrado che la fine in fondo, palla dentro, Rossi, Rossi, Rossi! E c'è il gol! Il gol di Giuseppe Rossi! 1-0 per la Fiorentina, al 13° minuto! Rossi! Ma che gol Rossi! Per il non trattiene! Secondo gol consecutivo per Pepito Rossa! Pallone sul sinistro, che gol fantastico quello di Pepito Rossi.